Доброе утро, девчонки, сейчас еду на маникюр и еду не к своему мастеру, еду в Биркенфельд, от моего города это 25 километров, я сейчас объясню почему. В принципе, у меня ногти еще хорошие, им всего лишь 2 недельки, я обычно с ногтями хожу 4 недели, мне этого хватает, потом иду делать новые. Им сейчас 2 недели. В понедельник я улетаю, а в отпуске у меня ужасно быстро растут ногти. Через неделю у них будет вид, как будто им, не знаю, недель 4-5. Вот действительно, они очень у меня быстро растут, потому что там море, вода, и быстро растут. Поэтому, так как мой мастер мне не может их освежить, она сейчас в отпуске находится, и я искала, куда бы мне сейчас поехать, кто бы меня мог принять, потому что сейчас и время такое отпускное, и лето, очень сложно кого-то найти. Где как бы мы как клиенты, мы сами выбираем себе мастера. И понятное дело, что кому-то я не захотела, а кому позвонила, меня не взяли, потому что уже было все полно. Я начала спрашивать по знакомым, может кто-то знает там вдруг, вот например, как в Биркенфельде. И вот девчонка мне написала то, что у меня есть знакомая, но не знаю, получится, не получится. И спросила, и девчонка, блин, слава богу, нашла для меня время. И вот сейчас у нас четверг, 9:30, да, и я еду к ней. И она ее хвалит, сказала, что ногти делает хорошие, она мастер своего дела. Говорит, не переживай, она теперь сделает хорошие ногти. Так что буду надеяться, что у меня будет отличный маникюрчик. Маникюр я сделаю в этих же цветах, только они у меня будут полные. Ну как, не кончики ногтей будут цветные, а полностью ноготь будет яркий. Хочу такой маникюрчик. Сделала себе навигацию, задала улицу, потому что, повторюсь, что ни разу не была. А в Биркенфельде я ориентируюсь, но вот где я уже была, я знаю, как ехать. А вот если вот сказали мне, как новую улицу, я не знаю, где она находится, и поэтому взяла себе навигацию и еду по навигу, в общем. Девчонки, я приехала после ногтей, как легла спать, я проспала 2 часа. И вот так вот мы с Сонькой проспали 2 часа с ней, с моей красивой девочкой. Поставила стираться белое белье и легли спать. Что-то у меня прям на сон, я не знаю. Так что сейчас на улицу выйду, белье развешу и покажу вам свои ногти. Да, Сонька? Сонька так сладко, так всегда сладко спит, я не знаю прям. Ну не надо, Сонь. Красотулька мамина. Эти мамины красоты. Потягушки Соня делает. Соня делает потягушки, да, где моя девочка? Все, девчонки, белье вон висит. На улице вообще душно, очень душно. Ну и вот мои ногти. За место оранжевого хотела сделать такой, знаете, ярко-зеленый, но зеленого у нее не было. Так что вот такой у меня получился маникюрчик. Девчонка делает тоже очень хорошо, все прям... Тогда тошно, там все вырежет, все подпилит, все отрежет, все подправит. Классно делает. Я вам сейчас что-то покажу, девчонки. Вот они, красавчики. Вы посмотрите, какие они хорошенькие. Мамка им кушать принесла. Какая прелесть. 2 птенчика маленькие такие, сюхолосенькие. Клювики желтенькие. Вот здесь они. Где-то вот там. А я смотрю, Пушок постоянно вот залазит на какое-то из кресел и вот так наблюдает. Я знала, что там птенчики, я их слышала, но видеть не видела. А теперь я увидела и вам показала. Со мной вместе на улице и Пушок, и Сонька. Им очень жарко в такую погоду. Сейчас буду их загонять. Вон Пуся лежит. Красавчик.
Сейчас буду их загонять и покажу вам, девчонки, сумки, которые я уже наполнила, вот, ну, все, что для душа. Вы в понедельник, наверное, будете смотреть видео, то, что я беру с собой в отпуск, то есть чемодан. О. То есть все, что у меня в чемодане. Я не показываю, как я его запаковываю, но все, что я беру с собой, я показала. И показала вот эти вот две сумки, но они у меня пустые. И так получается, что я сказала вот видео, что я их заполню и вам покажу. Но я вам вот в сегодняшнем видео покажу, что у меня в этих сумках. Так, беру свой шампунь. Это для бритья. Такой гель. Это после душа крем для тела. Зубная паста. Зубная паста — это для нас с Марселькой. Део. Это, ну, ой, скажите мне, жидкое мыло для тела. И вот эти всякие ковырялки. Деревянные и пластмассовые. Вот такие вот с глобуса. Вот такие вот. И в ушах ковыряться, в общем. Вот такой вот наборчик. И такая же сумка будет у Марсельки, только с его шампунем и с его гелем для тела. Део у него тоже другой. Ну и зубная паста у нас на двоих. И вот эта вот баночка у нас тоже с ним на двоих. Вы вот эту вот сумку у меня уже видели. Я ее беру вот на бассейн, когда вот хожу здесь. Ну, в Германии вот тут на бассейны. И я заметила, что вот здесь начинает вот эта вот штука. Ну, это же не настоящая. Вот так вот шелушится. Вот что можно придумать? Я могу, в принципе, их вытащить. А что, какие ручки сюда придумать? Ну-ка, девчонки. Что придумать? Что-нибудь типа как с бельевой веревки придумать? Или тоненький канат? Ну, это же так не пойдет. Ну-ка, девчонки, накидайте мне идеи, а я сбацаю. Вот тут ничего, почему-то вот только на одной. Так-то сумка хорошая, она очень прочная. Вот правда, девчонки, сумка очень хорошо сделанная, прочная. А вот это вот барахло. Но я ее с собой не беру. Нет, это вот она у меня только на месте пользоваться. Не для отпуска она у меня. Пока я тут вам все показываю, рассказываю, что у меня, какие душ-гели, что сумка порвалась. Ромка этим временем опять заехал на фабрику Харибо. Так что завтра привезет опять конфетки. И он даже купил такого маленького Харибо-мишку. Ну, для Соньки, наверное. Так что Сонька очень обрадуется. Приедет, я обязательно это все засниму, какие конфетки опять покажу и как Сонька воспримет эту игрушку. Всем доброе утро. У нас сейчас пятница. И я тороплюсь в банк. Я после душа и думаю, надо мне успеть, потому что по пятницам у нас банк работает до 12. Мне нужно успеть поменять деньги, которые я буду брать с собой. Но я не все буду менять. Для начала, я имею в виду не в лирах, конечно, а мелкие купюры мне нужны. Я поменяю 200 только десятками, и мне нужны еще будет мелочь. 50 евро я поменяю только двушками. То есть мне такую роль дадут. Это вот женщинам в комнату ложить, которые убираются на кухне, в ресторане, на баре, где там еще вот мужчина, который смотрит за пляжем, который лежаки раздает. Ну, в общем, на чаевые. Я не говорю, что я все 50 евро потрачу, но просто мне нужна будет мелочь, чтобы всегда у меня была с собой мелочь. А так как столько много у меня нету, я поеду в банк и поменяю. Погода, девчонки, я терпеть не могу дождь.
Но я ему так рада, этому дождю все освежиться. После этой вот засухи, которая у нас уже длится, я не знаю сколько, что редкость прям, вот правда, редкость. Это просто хорошо. Дождь, он освежит, цветочки польет, хоть я их и поливаю. Наконец-то наберется вот эта вот моя бочка. У меня здесь одна стоит, и одна стоит у меня там в огороде. Наконец-то будет опять полно. Так что в этот раз я дождю очень-очень рада. Поменяла, вот они роли, здесь 50 евро. Ну и мелочь поменяла. Все, теперь мне хватит. И мелочь есть купюрами, и мелочь есть мелкими. В общем, все нормально. Так что все, можно ехать. В общем, я успела как раз. И у них там что-то и народу нет, я смотрю. Я на Рападе одна приперлась в пятницу так рано. Сейчас должен Рома приехать. Я сегодня буду, знаете, что делать? Буду делать рыбу, лакс, мелко-мелко порежу, с соусом и такие, знаете, лапша такая узкая, тоненькая, как бант-нудль. Вот. Рома, повторюсь, приедет, мы пообедаем. Я вам покажу конфетки. Так. Лакс у меня уже разморозился. Сейчас я его нарежу на мелкие кубики и чуть-чуть поджарю. Уже обжаривается. Я добавила сливочное масло. Не захотела подсолнечное, добавила сливочное. Здесь у меня уже сейчас будет закипать вода. Приготовила уже вот такой вот соус. Вот таких у меня два пакетика. Одна баночка рама 7% и 700 воды. Вот это вот лапша, о которой я вам говорила. Бант нужен. Вообще, по идее, по рецепту, эту лапшу можно сюда закинуть, и она здесь дойдет. Но я так не люблю, я варю ее отдельно. Поэтому сейчас сварю, и все, и будем кушать уже. О, конфетки приехали. Да, Сонька, конфетки приехали. Где он там? Кто кушает, всем приятного аппетита. Ну и вот они конфетки, в общем, вот такие. Он не стал брать коробку сюрприза, а взял вот то, что действительно мы кушаем. Вот эти вот две упаковки. Кто-то спрашивал, неужели вы все съели? Нет, мы не все съели, девчонки. Кому-то раздали, еще остались все мамам. В общем, вот такая вот, ну это прям большая упаковка. Вот такие вот мишки. Три штуки таких. Вот это прям большая. Тут килограмм. Вот таких вот две. И вот такая вот одна. И за это все. И за это все 25,77. И вот он Мишка, девчонки. Я-то думала, это Соньке. А это мне. Он такой огромный. Он такой классный Мишка. Теперь у меня есть Мишка. Сонька, извиняй, это не тебе. Сонька. Вот. Но это не тебе, Соня, это мне. Соня, это мне. Это не твоя игрушка, это моя. Найн. Нет. Ну, папа в следующий раз тебе купит, а это мне. Ладно? Ты моя лапочка, тоже такого хочет. Нет, это мой Миська. Хорошенький, такой желтенький. Ну, я с вами на этом буду прощаться. Пока-пока.